Департамент образования Сургута в случае утверждения бюджета города получит больше половины всех средств. Об этом стало известно на депутатских слушаниях. Документ предусматривает финансирование 87 школ, детских садов, учреждений доп. Образования. Их посещают около 90 тысяч юных сургутян. В штате организации трудится свыше 10,5 тысяч человек. При том, что в 2020-м ведомство провело реорганизацию некоторых образовательных заведений, оптимизацию затрат, расходы выросли на 230 миллионов рублей. Связано это как с индексацией заработных плат, так и с материально-технической базой. Ожидается, что заработают школы в 32-м и 33-м микрорайонах, приобретут помещения для кванториума. Средняя зарплата сотрудников сферы доп. Образования составляет в Сургуте 74 тысячи рублей. На 3 тысячи меньше получают работники детских садов, усредненный заработок в школах на отметке в 78 тысяч рублей. Самыми объемными расходными обязательствами департамента образования являются оплата труда, включая выплаты социального характера. Начисление на выплаты по оплате труда в 2021 году составит 12 миллиардов 93,6 миллиона рублей, что составляет 75,5% от доведенного предельного объема бюджетных ассигнований.